я считаю, нам нужно говорить более глобально, потому что если говорить про реформу медицины в Украине, она состоит из многих этапов и, наверное, один из самых важных, потому что он имеет наибольшее отношение к наибольшему количеству людей, живущих в Украине, это все-таки реформа нашей первички, правильно? То есть мы должны четко интерпретировать, что у нас есть, а есть у нас постсоветская система Семашко, в которой врач абсолютно не заинтересован ни работать, ни совершенствоваться как специалист, потому что он, а, не несет ответственность за своих пациентов, б, получает крайне низкую заработную. Крайне низкую, то есть заработная плата врача участкового или врача семейной медицины сейчас в Украине составляет около $100 в месяц. Что предлагается сделать? Предлагается категорически поменять алгоритм оплаты врача, который работает на участке, при этом врач будет зависеть его уровень оплаты от количества пациентов, которых он ведет, и средний бюджет, который он сможет получить в результате этой реформы, я говорю о том, что это бюджет, порядка 35 тысяч гривен в месяц, это порядка $1500, что по украинским меркам является достаточно конкурентной зарплатой. При этом есть очень важный фактор, который, с моей точки зрения, должен стимулировать качество работы врача на участке. Это все-таки зависимость его от пациента. То есть мы вводим право свободного выбора пациентам врача. То есть если врач ему не улыбается или по каким-то причинам он недоволен работой этого врача, он иметь будет возможность поменять своего врача. Соответственно, это будет стимулировать наших врачей. Из вопросов взаимодействия между первичкой и вторичкой для меня очень важный и очень дискутабельный вопрос, который сейчас мы обсуждаем с министерством. Он заключается в том, что имеет ли пациент возможность обратиться сразу на вторичный или третичный уровень нашей медицины, минуя первичный. То есть для меня, я имею точный ответ для себя в том, что имеет право. Действительно, если пациент хочет, он может обратиться в интересующее его лечебное заведение. Вопрос, как сделать корректной оплату, как государство должно удовлетворить потребность пациента в медицинской помощи, безусловно, стоит. И я хотел бы, чтобы мои коллеги все-таки подсказали выход или решение. Очень важный момент, действительно, вы сказали, что это все-таки кейс-менеджер, да, то есть это по сути дела маршрутизатор, да, то есть все-таки я считаю, что многие болезни, и в том числе хронические болезни, такие как в частности диабет, мы обязаны научить наших врачей лечить на первичке. И не просто обязаны научить, а обязаны мотивировать. То есть мы должны сделать так, чтобы люди были мотивированы на первичке лечить своих пациентов для того, чтобы пациенты были довольны. Это касается очень важно, это касается диабета, а еще более важно, это касается, допустим, туберкулеза. Почему туберкулеза? Почему я подчеркиваю важность туберкулеза? Потому что система наша по лечению туберкулезных больных, она заключается, что приоритетное внимание уделяется тому, что пациент с туберкулезом должен лечиться в условиях стационара. Соответственно, впервые выявленный туберкулез обращается в стационар, какое-то время лечится или не лечится, сначала около месяца обследуется в стационаре, контаминируется антибиотикорезистентными формами туберкулеза, потом обследуется неудачная форма, неудачное лечение препараты первой группы, потом он идет на вторую группу, это стоит категорически дороже, то есть это стоит десятки тысяч долларов уже лечение этого пациента, и мы имеем на Украине сейчас такую формулу, что у нас эпидемия туберкулеза вызвана именно антибиотикорезистентными формами туберкулиновой палочки, которые лечить очень сложно. Поэтому если мы, например, заинтересуем своих участковых врачей лечить по известной нам методике, а это четкий протокол, впервые выявленный туберкулез, они назначают антибиотики
пациенту. Этот пациент, я думаю, что бесплатно, учитывая социальную значимость этой инфекции, идет в аптеку, бесплатно получает свой курс лечения, по схеме его принимает, и при этом врач, который пролечил в условиях амбулатории этот туберкулез, получает еще и дополнительный бонус за то, что он это сделал на своем уровне. Государству это категорически выгодно, потому что если мы говорим про лечение неосложненной формы туберкулеза, это примерно $1000. Если мы говорим про лечение уже осложненных форм, это уже десятки тысяч долларов. И, соответственно, нам гораздо проще и дешевле поймать это на первичке и, собственно говоря, получить от этого гораздо больше прибыли. Мы, в принципе, должны понимать, да, действительно, у нас недофинансированная система здравоохранения, но если мы говорим про первичку, мы сейчас по разным данным, потому что их точных нету, тратим около 20-20 миллиардов гривен на нашу первичку. Я только что сказал, что в пределах 35-37 тысяч гривен мы можем себе позволить тратить на каждого нашего участкового врача. Это в пределах тех денег, которые мы уже тратим в нашем бюджете текущего и прошлого года. Я говорю о том, что мы крайне неэффективно их используем. Эти деньги не доходят до наших врачей, не стимулируют наших врачей работать. И до тех пор, пока мы не заплатим им и не заставим отвечать за конечный результат, мы никуда не придем. И мы не можем даже попросить больше денег, потому что все говорят о том, что, ребята, вы нерационально их тратите. Не туда тратите. Я вот слушая выступления практически всех выступавших, скажу, на самом деле мы говорим об одном и том же. Я сейчас попытаюсь вот выровнять понятия, про которые мы говорим. Для того, чтобы назвать свои вещи своими именами, вы тогда увидите, что у нас нет на самом деле глобальных, грандиозных каких-то разногласий. Начну я с Конституции. Для внесения в Конституцию нужно 300 голосов в зале. Я абсолютно уверен, что мы сейчас, в частности, радикальная партия, которую я приглашаю, мы точно не будем голосовать за отмену 49-й статьи Конституции, которая говорит, что медицина в Украине бесплатна. Это 100%. О том, что система... Почему? Потому что это сужает конституционные права граждан Украины. Конечно, да? Это в первую очередь. А нужно расширять. В первую очередь. А во вторую очередь вы абсолютно правильно говорите, что в системе, в том числе Семашко, были очень рациональные компоненты, которые говорили о доступности медицинской помощи. Доступность, она подразумевает и наличие количества врачей, и медосмотры, и доступность и стоимость лекарственных средств, и все остальное. Так вот, если говорить глобально, система Семашко еще предполагала центральное регулирование этой системы. А мы, в силу того, что системно недофинансировали отрасль, пришли к тому, что у нас есть разрозненные энтузиасты, которые работают в области медицины и при этом каким-то образом пытаются выжить. Одни называют это коррупцией, другие там еще как-то. Но они пытаются выжить, потому что есть запрошенная услуга и при этом есть люди, которые хотят ее предложить. Это глобально. Как эту систему регулировать или с помощью рынка страховых компаний и добровольного медицинского страхования, или за счет государственного влияния на этот процесс? Я, например, за усиление роли государства в влиянии на рынок медицинских услуг. И в этом я вижу рациональное зерно введения таких терминов, как медицинская услуга.
Это новая мера дискретности межбюджетных отношений. То есть, если раньше у нас бюджетный кодекс говорил о том, что мы должны финансировать лечебные учреждения по крышам, количеством врачей и все остальное, то сейчас мы говорим о том, что у нас есть какая-то совокупность необходимых средств манипуляции и всего остального, которые необходимы, например, для проведения аппендэктомии. Вот аппендэктомия стоит вот столько. Получается, мы как государство говорим, что лечебное учреждение, проведшее, сделавшее аппендэктомию определенному пациенту, из государственного бюджета получает определенную сумму денег. И поэтому качество работы лечебного учреждения, главврача, мы пытаемся оценить по количеству денег, манипуляции, которые это лечебное учреждение произвело. То есть, если вы говорите, что это неправильно, давайте обсудим. Потому что страховая модель работает примерно в тех же самых условиях. Просто мы должны понимать, что страховой бизнес – это бизнес. Он эффективный за счет того, что страховая компания хочет заработать деньги. Да? И она пытается отстроить свою систему расходов на компенсацию страховых случаев эффективно. В этом есть эффективность. Но мы говорим про дополнительные расходы со стороны населения. Готово ли оно нести эти расходы? Я уверен, что нет. Потому что если сказать, что наши люди перестанут платить за медицину, вот перестанут, вот тот уровень, который мы сейчас имеем, но перестанут платить. Это мы должны говорить про сумму примерно 200 миллиардов гривен в год. Правильно? То есть сказать о том, что готовы ли, что из вашего кармана будет доставаться лишних 150 миллиардов гривен, не готовы. Поэтому мы должны в первую очередь, если мы чисто теоретически думаем про страховой рынок, мы должны сначала создать условия функционирования. И первое, про то, что уже говорил один из выступающих, мы должны выйти на стоимость услуги. Да, то есть сейчас страховая компания приходит в больницу, которую уже построила, обогрела, оснастила государство и говорит, мы тебе готовы заплатить столько-то. А сколько? Вот столько-то. Вот столько готово, столько не готово. Себестоимости у нас никто не считал, потому что уже государство это сделало. А мы пытаемся сказать о том, что нужно начать считать. И то же самое с первичкой, против которой я почему-то не понимаю, в чем даже сложность. Мы говорим, что мы начинаем оценивать работу наших участковых врачей по капитационному принципу. Это значит, что за каждого довольного его работой пациента он получает деньги. И все. И это правильно.